Всем привет! Это Modern Warships. Мы рады приветствовать тебя на нашем официальном YouTube-канале. Здесь ты найдешь всю свежую информацию по обновлениям игры, турниры по Modern Warships, интервью с разработчиками, ответы на вопросы игроков, зажигательные шоу-программы, а также видео и стримы с вашими любимыми блогерами. Да будет дым и разгорится пламя! Ну и, конечно, розыгрыши. Сегодняшнее видео, кстати, не исключение. В рубрике «На абордаж» у тебя есть отличный шанс заполучить к себе в порт один из самых знаменитых в мире линкоров. Сурового японского исполина Ямато или большого Мо, американский линкор Миссури. Как это сделать? Сейчас все расскажем. Линкор Ямато, спущенный на воду в 1941 году, обладал самыми мощными орудиями главного калибра в истории. Масса его полного залпа составляла более 13 тонн, что эквивалентно весу десятка автомобилей. В Modern Warships удачное попадание с Ямато может лишить противника более половины здоровья. Линкор Миссури обладает меньшим калибром, но более совершенными системами наведения, и его снаряды летят немного быстрее. К тому же, пройдя послевоенную модернизацию, Большой Мо обзавелся ракетами, современными системами противовоздушной обороны и вертолетом. А какой линкор больше понравился тебе? Напиши об этом в комментариях и не забудь указать свой игровой ник. Как только на нашем канале наберется первые 1000 подписчиков, два счастливчика получат себе в порт заветный корабль. Мы также разыграем 100 миллионов долларов. Всегда мечтал это сделать. Игровых долларов, конечно. Среди тех, кто подписался на наш канал и оставил свой комментарий. И да, не забудьте прожать колокольчик на все уведомления, чтобы не пропустить выпуск следующего видео. До встречи в игре, командиры! С вами Modern Warships.